Всем привет! Сегодня готовлю капустные листья в кляре. Получается очень вкусная закуска, которая нравится всем, даже тем, кто капусту не любит. А кто впервые пробует, даже сразу не догадывается, что в середине капуста. Очень просто готовится и съедается просто моментально. Из кочана капусты вырежем кочерыжку. Опускаем в кипящую подсоленную воду и варим 3-5 минут. Во время варки отделяем листья. Капустные листья должны хорошо провариться. Если капуста жесткая, потребуется времени больше. Приготовим кляр. В миску разбиваем 3 яйца. Добавляем 4 столовые ложки майонеза. Перемешиваем венчиком. Добавляем 4 столовые ложки муки. Перец по вкусу. Снова все перемешиваем до однородности. Капустные листья нарежем на небольшие кусочки. Растительное масло хорошо разогреем. Обмакиваем в кляр кусочки капусты и обжариваем на среднем огне до золотистого цвета примерно по 1 минуте с каждой стороны. Для приготовления такого блюда можно использовать капусту, оставшуюся от приготовления голубцов. Получается очень нежно, вкусно, сытно и аппетитно. Подавать можно такую капусту с соусом. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!